Что ты это? Хочешь служить в армии? Сейчас да. Я не хочу идти в школу. Лучше один год в школе, ой, в армии, чем... Сейчас стой, один год. Чем еще 8 лет учиться в школе. Лучше один год, чем 8 лет. Понятно. Но надо все равно сначала школу закончить. И потом уже армия. Ну, тогда я не пойду в армию. Тогда не пойдешь? Почему? Либо тогда сразу в армию, сразу с третьего класса, либо 11 класс и не иду в школу. Ой, в армию. Ну, ты хитрый. Наш УАЗик издалека немножко похож на гелик Ваген. Здравствуйте. Там сейчас он... Да, я уже видел, там с ножом ковырялся, там еще что-то. А, сына вышел. Здорово, Вань. Все, домой? Да все, просто его. Погнали в Xbox кататься. Это террористы. Сейчас так и подумаю. Все, ребят, счастливо. Сделка службы, пацаны. Все, счастливо. О, мамулька. Сестренка.
понял, что это не водички. Выдраживаешь? Да? Есть такой метод? Съебываемся. Пошли скорее. Ну, в смысле, убегаем. Ну да. Я так сегодня еще не делаю. Слушай, нам не надо никуда заезжать. Куда? Нам на Титанище надо будет уже заезжать. К дырке. А, к дырке еще надо заехать. Да, вот, видишь, какой я. Давай, вот. Потому что мы школу положили. А что ты не спереди поедешь-то? Видишь, мамка. Мамка там. Так, ну ладно. Короче, мы поехали домой. Вот, вместе с сыном. Считай, что мы его из роддома забрали уже после армии.